Почти 2000 преступлений раскрыты, уголовные дела направлены в суд, по некоторым уже вынесены приговоры. С такими результатами сотрудники областного управления Следственного комитета встретили 8-ю годовщину образования ведомства. 15 января 2011 года Следственный комитет, выйдя из системы прокуратуры, начал свою работу. Павел Баймаков продолжит. Вот следователи-криминалисты работают на месте преступления. И в жару, и в холод, и в снег, и в дождь. Погода не имеет значения. Именно от них зависит дальнейший ход расследования. А это уже заседание суда, где следователь ходатайствует о взятии под стражу очередного подозреваемого, чтобы тот не скрылся от правосудия. Всего же за прошлый год в производстве следователей областного управления СК находилось 3900 уголовных дел. Статистика показывает о том, что мы плодотворно улучшаем все показатели, которые у нас есть в ранжировании Следственных комитетов субъектов Российской Федерации. Работаем только по закону, без коррупционной составляющей. Вот, результаты соответствующие за 4 года, последние 4 года Следственное управление по Самарской области входит в десятку среди 85 субъектов Российской Федерации. По словам руководства, раскрываемость убийств в регионе выросла до 95%. Абсолютная раскрываемость по статье изнасилования. Одним из приоритетных на сегодняшний день направлений по-прежнему остается борьба с коррупцией. В 2018 году возбуждено более 400 уголовных дел. Почти половина из них направлены в суд. На скамье подсудимых оказались 197 человек. Количество дел и количество лиц – свидетельство того, что работа активизирована, что вы собрались в единый кулак, и те задачи, которые стоят перед вами, а задача, прежде всего, в неотвратимости наказания, что за каждое совершенное преступление преступник должен понести наказание. До 15 января 2011 года Следственный комитет входил в состав прокуратуры Российской Федерации. Но 8 лет назад был преобразован в самостоятельное ведомство. В честь годовщины основания лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и медали за безупречную службу. Павел Баймаков, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.